Ассаламу алейкум, курметы курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. В Караганде построят ТЭЦ-4. За мусор будут штрафовать. Прокуратура предупреждает, что за ложные сообщения об актах терроризма заводится уголовное дело. Накануне аким области Бергазы Кусаинов и министр транспорта и коммуникации Республики Казахстан подписали два документа о взаимном сотрудничестве. Первый план мероприятий по развитию транспортно-коммуникационного комплекса в Карагандинской области. Второй документ – меморандум о взаимодействии акимата области и Министерства транспорта и коммуникаций. 28 апреля с рабочей поездкой Карагандинскую область посетил министр транспорта и коммуникации Республики Казахстан Аскар Жумагалиев. Глава ведомства принял участие в совещании, на котором рассматривались вопросы развития транспортно-коммуникационного комплекса региона. Карагандинская область является самым крупным промышленным регионом страны, и транспортно-коммуникационное развитие нашей области является неотъемлемой частью в решении ряда социально значимых и коммуникационных вопросов, а также в развитии индустрии и экономики нашего региона. Аким области отметил, что в текущем году начинаются работы по реализации комплексного плана социально-экономического развития городов Жезгазгана, Сатпаев и Улытауского района, в рамках которого предусмотрено развитие транспортно-дорожной инфраструктуры, в частности реконструкция автодорог Кызылорда-Жезгазган и Жезгазган-Аркалык, на которой только за 2011 год совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибло, 24 раненых. За первый квартал текущего года 5 ДТП, в которых 4 погибло, 8 ранено. Решение проблемы могло бы стать реконструкция дороги Астана-Караганда с переводом ее в четырехполосную, что позволило бы значительно повысить безопасность дорожного движения. Как отметил аким области, для обеспечения доступности транспортных услуг в текущем году из областного бюджета выделено более 378 миллионов тенге. А на организацию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по 11 социально значимым направлениям более 752 миллионов тенге. Также на совещании выступил Аскар Жумагалиев, который остановился на задачах по развитию транспорта и коммуникаций, вытекающих из послания президента страны. Уважаемый аким Карагандинской области, я сказал о том, что по поручению главы государства, Министерство транспорта и коммуникации сегодня реализует большой проект Жезгазган-Саксыгульская и далее Бейнеу, который будет таким большим, гигантским мегапроектом, который сегодня реализует будет Казахстан Теміржолы. Министр транспорта и коммуникации отметил, что другие проекты по развитию транспортно-коммуникационных комплексов будут реализованы уже летом. А плюс ко всему, конечно же, хотелось бы сказать о том, что этот проект однозначно стартует уже в этом году. Соответствующий план мероприятий в правительстве подписан во исполнение поручения главы государства. И уже летом этот проект предполагает определить соответствующего подрядчика и начать реализовываться. По словам Абильгази Калякпаровича, в Карагандинской области перевозки пассажиров автомобильным транспортом осуществляются по 270 маршрутам, в том числе по 72 междугороднего внутриобластного сообщения. В минувшем году грузооборот составил 7,4 миллиарда тонна километров и пассажирооборот 25,8 миллиарда пассажира километров. Мирамгуль Салкимбаева, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Продолжение темы. После совещания министр транспорта и коммуникации аким области посетили несколько объектов. А какие, нам расскажет Мирамгуль Салкимбаева. Министр транспорта и коммуникации Аскар Жумагалиев и аким Карагандинской области Абильгазы Кусаинов посетили станцию технического обслуживания, а также ознакомились с работой по обслуживанию пассажиров на автовокзале города Караганды, железнодорожном вокзале и в аэропорту Сарыарка. Мы хотим все посты транспортного контроля, передвижные и непередвижные, стационарные, оснастить видеокамерами. Стационарные мы уже все видеокамеры оснастили. Теперь мы оснащаем передвижные, точно так же видеокамеры, с тем, чтобы исключить практически вот те вот коррупционные проявления, которые зачастую имеются в транспортных инспекциях. И вот ваша обязанность исключить все эти элементы.
В рамках подписанного документа запланировано внесение в программу развития Карагандинской области пункта развития пассажирских таксомоторных перевозок. Также отмечена необходимость содействия сторон в организации центров технического осмотра и в части выделения и изменения целевого назначения земельных участков. В текущем году мы, установили видеокамеры во все посты, стационарные посты транспортного контроля, это 12 постов по республике, и они все выведены в ситуационный центр Министерства транспорта и коммуникаций, где в круглосуточном режиме мы мониторим деятельность наших работников транспортного контроля. Как сообщил нам Багдат Мусин, в текущем году транспортным ведомством совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан запланировано открытие в нашем городе специализированного ЦОНа по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспорта. Население будет преобразовано в соответствующие бизнес-процессы, и на улице будет организован специализированный автодром. То есть человек, придя сюда, сразу же будет проходить все процедуры. То есть, например, если пришел за водительским удостоверением, он сразу будет сдавать экзамен тут же, проверку документов осуществляется, сдавать практический экзамен, это уже на автодроме. Автодром будет электронный, то есть на нем будут стоять датчики, уже человеческие участие человека, то есть сотрудника дорожной полиции будет минимальным. По словам Бахыта Абишева, установка техники, которая контролирует весь грузоперевозочный транспорт, помогла уменьшить факты, связанные с коррупцией. Последний мониторинг деятельности этих постов после подключения к видеосистеме показывает, что эффективность намного в разы возросла. Если в прошлом году в течение 2 месяцев все посты, эти 12 постов, за перевес, за перегруз налоговых взысканий получили где-то около 15 миллионов тенге. А сейчас за этот месяц, как подключили на видеосистеме, 150 миллионов тенге. Мирамгуль Салкимбаева, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде построят ТЭЦ-4. Проект стоимостью 380 миллиардов тенге будет осуществляться в 3 этапа. Полной мощности предполагают достичь в 2023 году. Меморандум о взаимном сотрудничестве по строительству нового теплоисточника между областным акиматом и казахстанскими коммунальными сетями был подписан накануне. Свидетелями сегодня претворяется в жизнь послание главы государства текущего года, где говорится о дальнейшем улучшении благосостояния граждан. Вот это тот случай, когда действительно для рядового человека создаются все условия для нормальной жизни и деятельности. С этой целью в нашей области с 1 января следующего года начинается строительство ТЭЦ-4, мощной станции, которая будет обеспечивать тот дефицит, который имеется на сегодняшний день. Стройка века. Именно так называют реализацию нового проекта глава региона. И действительно, ТЭЦ-4 полностью покроет энергодефицит нашего региона. Проект будет осуществлен в 3 этапа. И к 2023 году ТЭЦ-4 будет вырабатывать 900 мегаватт электрической и 863 гигакалорий в час тепловой энергии. Кроме того, предприятие создаст около 1000 рабочих мест. Теплоэнергоцентр будет построен в районе поселка Уштебе. Подписание меморандума о строительстве нового теплоисточника укрепит сотрудничество между исполнительными органами власти и крупным бизнесом. Стоимость проекта 380 миллиардов тенге, 20% которых составляют средства компании «Казахстанские коммунальные системы». Эта компания давно работает в нашей области. Ей принадлежат карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Реализация такого важного проекта будет способствовать дальнейшему развитию региона и улучшению теплоэлектроснабжения. То, что мы такие большие цели ставим, и акимата заслуга тоже большая, да, вы хоть поддерживали нас, но и очень критически к нам относились, и все время планку все выше и выше ставили. Мы старались все выполнить. Я думаю, мы совместно все эти цели достигнем. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Казахи, русские, узбеки, немцы, корейцы, чеченцы и многие другие, проживающие в нашем Казахстане, все мы единый, дружный народ. День единства народов Казахстана наша страна отмечает 21-й год. По традиции, Караганда встретила добрый и светлый праздник широкомасштабно. Шахтеры, молодежь,
Эстафета праздничных мероприятий началась с шествия в центре города перед Дворцом культуры Горняков, где участвовали государственные служащие, работники культуры и медицины, спортсмены и студенты. Центральная площадь города, по оценкам организаторов, собрала свыше 20 тысяч карагандинцев. Приветственным словом выступил аким области. Он отметил, что мирная жизнь многонациональной республики благодаря пониманию, согласию и дружбе народов. Свой вклад в укрепление мира и согласия вносите и вы, уважаемые карагандинцы. Ведь карагандинская земля, где проживают представители более 100 этносов, всегда по праву считалась колыбелью дружбы народов. Бережному сохранению и развитию их культуры, языка и традиций способствует областная ассамблея народа Казахстана и 72 этнокультурных объединения. Все они стали центрами дружбы и согласия и вносят неоценимый вклад в укрепление стабильности в регионе. 1 мая сегодня стал по-настоящему народным праздником. В этот день в городе царила атмосфера дружбы и единства. На массовое гуляние многие пришли с семьями и друзьями. Настроение отличное. Желаю всем мира, счастья, добра, гостеприимства. Здоровье самое главное, счастье, любви. Такой праздник. Сегодня, кстати, погода вообще супер. Повезло людям. Ну, хорошего настроения, чтобы оно на целый год хватило до следующего праздника. Всем желаю здоровья крепкого. Знаешь, спасибо, пускай здоровья процветает наша Казахстан. Пускай будет людям так весело, как сегодня. Всю жизнь. Национальные костюмы и демонстрация культуры народов, проживающих в нашей стране, украсили яркими красками праздничный день. Жители и гости города могли побывать на праздничном концерте. На сцене выступили звезды эстрады. В рамках празднования Дня единства народа Казахстана представители многочисленных национально-культурных объединений нашего региона организовали выставку. Немцы, узбеки, курды, афганы, дагестанцы и многие другие угощали национальными блюдами акима области и жителей города. Под общим шанраком в Казахстане проживают представители более 130 национальностей. За два десятилетия в стране удалось сохранить мир и стабильность. Казахстан доказал всем, что люди разных национальностей могут жить в согласии. Каждая из них уникальна по-своему, но вместе мы одна большая дружная семья. Шалом, хак самех. Байрам нус мубарак болсун. Ирине Ахапи Энуси. Байрам нус мубарак. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Ежегодный забег любителей легкоатлетов на призы газеты «Индустриальная Караганда» стал уже доброй традицией. Состав участников из года в год только пополняется, а борьба обостряется. Но самое интересное – это, конечно же, участие. И сегодня в этой эстафете участвуют от молодежи до ветеранов люди всех национальностей. И я горд и рад, что это происходит в нашем городе, в городе Караганда. Я хочу вам пожелать всем доброго здоровья, хорошего старта. Пусть победит сильнейший. Мы все вместе, как единый народ, как единая страна, должны приумножать и пропагандировать здоровый образ жизни и эту нашу эстафету. С праздником вас! Торжественную церемонию открытия посетила Аким города. В своей речи он сказал теплые слова в адрес участников забега. В этот раз под свои знамена газета «Индустриальная Караганда» собрала 7 групп участников. Это ни много ни мало, более 3000 человек. Маршрут пробега из года в год остается прежним. Центральная улица города Караганды, и поэтому зрители могут со всех окон смотреть, как проходит эстафета. Мероприятие очень масштабное, и оно должно жить и процветать. Пожелание, чтобы больше еще производственный коллектив принимал участие. Если школьники, вузы, практически все производственные коллективы, чтобы от них было...
была инициатива как можно больше. Призы за победу в забеге предоставлены устроителями соревнований, то есть газетой «Индустриальная Караганда» и акиматом города. Самое интересное, что забеги будут проходить специально для разных участников. То есть первый так называемый забег дружбы проходил для спортсменов от мала до велика. Одной из первых участниц открывающих соревнования была Айго Самарова, которая пробежала немалую для ее 10-летнего возраста дистанцию в 1 километр. Данный результат неудивителен, потому как тренера называют юную Айго будущей надеждой легкой атлетики. Секрет успеха прост. Потому что я больше занимаюсь или у меня больше выдержки больше и как бы лучше занимаюсь. Такие добрые светлые соревнования должны проходить из года в год, что, собственно говоря, и происходит. Александр Крылов, Дмитрий Оборк, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. За груды мусора будут штрафовать. Теперь к ответственности привлекают не только недобросовестных горожан, бросающих мусор мимо урны, но и компании, которые отвечают за уборку своих территорий, с обязанностями не справляются. По результатам проверки санэпидемиологов за груды мусора ряд компаний выплатят штраф. Эта теплотрасса проходит вдоль проспекта Республики. Принадлежит она ТОО «Теплотранзит». А кому принадлежит вот этот мусор, неизвестно. Однако убирать его обязана компания «Теплотранзит». Но, как видно, исполнять свои обязанности они не торопятся. Санитарные службы района имени Казбек-Би уже зафиксировали данный факт. Теперь «Теплотранзиту» грозит штраф, так же, как и ряду других компаний. Среди этих объектов, можно даже сказать, объекты такие, как сегодня вот смотрим, то «Теплотранзит», то «Горкомтранс», то «Тавис» своевременно не выполняют свои работы. Санитарная служба по поводу этого момента неоднократно было письменно уведомлено. Были эти объекты письменные, были направленные информации, но несмотря на это, ни план мероприятия по ТОО «Тавису» не предоставлено наш адрес, в связи с чем мы открыли внеплановые проверки на эти подконтрольные объекты и начали меры административного воздействия. А это уже один из дворов в центре города. Здесь, судя по скоплению мусора, не убирались еще с прошлого года. Можно убирать ТОО «Теплотранзит» Караганда. А внутридворовую территорию обязан убирать ТОО «Тавис». ТОО «Тавис» – компания, ответственная за уборку внутридворовых территорий района имени Казбек-Би. Своевременно свою работу они не выполняют. Как-то не печально, такой двор не единственный в Караганде. А ведь мусорные свалки посреди двора могут стать очагом инфекций. При таких фактах, где имеются факты несвоевременной уборки территории, санитарная служба будет применены меры административного воздействия в виде штрафа. И дальше будет продолжаться работа, будет услеживаться по результатам, если в дальнейшем также будет продолжаться, будут приниматься и другие меры административного воздействия. Это не последняя проверка санитарной службы Казбекбийского района. Потому компаниям, ответственным за очистку своих территорий, стоит потрудиться, чтобы не пришлось выкладывать штрафные суммы денег. А горожане должны проявить сознательность, ведь жить в чистом городе куда приятнее. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Прокуратура предупреждает, что заложенные сообщения об актах терроризма заводят уголовное дело, но тем не менее анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах продолжают поступать. Так, 29 апреля около 8 часов в Центральное оперативное управление Департамента внутренних дел Карагандинской области поступило сообщение о том, что в подвале онкологической больницы по улице Кривогуза заложена бомба. Подробнее в нашем следующем материале. При выезде на место происшествия взрывного устройства обнаружено не было. По факту ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель города. Задержанный дал признательные показания, проводится расследование. Понимаю, что сейчас будет уже конкретно. В следующий раз я пойду в больницу, лягу, буду лечиться. Уже от алкогольной зависимости. Жазира Абдраимова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Юные инспектора дорожного движения на сегодняшний день – мощное общественное движение, охватывающее десятки тысяч детей и подростков. Оно стало поистине всенародной школой воспитания законопослушных и грамотных участников дорожного движения. 27-29 апреля в городе Темиртау состоялся 13-й слет отрядов юных инспекторов дорожного движения. Программа соревнований была очень насыщенной и разнообразной. Мальчишки и девчонки показывали свои знания правил дорожного движения и умение правильно ориентироваться на дороге. Участники должны были показать виртуозное вождение на велосипеде. Сегодня мы проводим очередной 13-й слет юных инспекторов дорожного движения.
На сегодняшний день в Карагандинской области насчитывается 450 отрядов юных инспекторов, в которых принимает участие около 5000 детей. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день очень строго стоит. Сильнейшая команда, занявшая первое место и получившая переходящий кубок, диплом и электронный планшет, оказался отряд юных инспекторов движения «Юный патруль» школы номер 15, город Балхаш. Второе место занял отряд средней школы поселка Ростовка Бухаржавского района. И третье место заняла 7-я школа города Темиртау. Вот мы заняли 3-е почетное место. Мы очень этому довольны. Только сил много ушло на подготовку ПДД. Много было, конечно, огорчений. Но больше всего мне понравилось, что мы заняли 3-е место в областном слете. А нам остается пожелать удачи победителям областного слета ЮИЦ, с честью представить нашу область на республиканском слете. Жазира Дреймова, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский. 29 апреля карагандинский «Шахтер» принимал на своем поле команду из Шымкента «Ордабасы». Коллектив с юга страны уже на протяжении нескольких лет является одним из самых неудобных соперников для горняков. Все подробности в нашем следующем материале. Матч проходил опять же не совсем в Караганде. Поле темиртауского стадиона «Металлург» во второй раз в этом сезоне принимало матч чемпионата республики по футболу. Следующая игра горняков пройдет уже на родном стадионе «Шахтер». Но вернемся к матчу. Игра началась с бодрых атак хозяев поля. То и дело опасные моменты возникали у ворот гостей с юга. Но то ли ветер дул не в ту сторону, то ли мяч не так на ногу ложился, но голов в начале встречи, как и в первом тайме, зрители так и не увидели. На пресс-конференции после игры тренера поделились впечатлениями. Игра была очень сложной для нас, мы знали, что «Шахтер» дома очень играет агрессивно. У них наиграны стандартные ситуации. На это мы сегодня тоже акцентировали внимание. Очень жаль, что не сумели все-таки вырвать победу здесь. На последних минутах пропустили. В начале второго тайма после ошибки на фланге крайнего защитника «Шахтера» Александра Кирова мяч отлетел легионеру «Ордабасы» Мансуру Гуе. Пройдя несколько метров с мячом, он обыгрался с партнером по команде, и тот решил пробить поворотом. Казалось бы, момент исчерпан, но вратарь «Шахтера» мяч не удержал. И Гуе тут же не преминул воспользоваться ситуацией. На перерыв команды ушли при счете 1-0 в пользу гостей. Второй тайм игра ничем примечательным не запомнилась. Хозяева поля чувствовали, что счет может остаться прежним, и с середины второго отрезка времени начали планомерный штурм ворот «Ордабасы». Поначалу шимкенцы держались, но на 89-й минуте Никола Васильевич после навеса с фланга выпрыгнул выше всех штрафной соперника и сравнял счет. Далее команды уже доигрывали матч, и опасных моментов не наблюдалось. Виктор Кумыков позднее прокомментировал первый гол в матче. Тупой передача, настолько тупой, что даже они, видно, не ожидали, что он отдаст им передачу. Не знаю, почему он не вперед дал, а назад, но именно это явилось причиной гола нашего рода. Судьба защитников теперь будет решаться, а мы будем дальше смотреть футбол. Тем более, что следующая игра состоится уже на родном стадионе. Александр Крылов, Дмитрий Оборк, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский. Внимание! Согласно прогнозу погоды на 3 мая 2012 года на территории Карагандинской области ожидается дождь, гроза, днем местами град. Ветер западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. В ночь с 3 на 4 мая местами заморозки от 0 до минус 3 градусов Цельсия. Наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также вы можете оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубонздар.